Коуч Гарри, основная техника дзюдо Кирилла Денисова. Пятикратный призер чемпионатов мира использует Коуч Гарри не только для того, чтобы получать результативные оценки, но и для того, чтобы дестабилизировать соперников и настроить выполнение своих коронных бросков. Он в основном использует подсечку изнутри, когда противостоит соперникам правшам. И помимо классического Коуч Гарри, у него есть еще два дополнительных варианта. Двойное действие Коуча Гарри и вариант с пропуском, который является одним из его основных успешных вариантов ашиваза на соревнованиях. Эта техника заключается в том, чтобы обмануть соперника и убедить его выполнить действие своей ногой, подняв ее на татами, а затем провести свою атаку подсечкой. Денисов создает действие пропуска, что соблазняет соперника атаковать Деашибарае, поэтому он должен быть очень быстрым в движениях своими ногами, чтобы бросить первым с помощью Коуча Гарри. Теперь вы впервые можете изучить оба этих уникальных варианта Коуча Гарри. Денисов научит вас разбираться в тонкостях и невидимых нитях этой техники, чтобы добиться успеха в их исполнении. А потом у вас есть шанс увидеть, как этот великий российский тяжеловес использует эту технику на крупнейших соревнованиях в мире. Все это на Superstar Judo. Подписывайтесь!